Глава Дагестана подписал два указа о назначениях. Так, Анвар Пашабеков теперь занимает пост министра юстиции республики. Напомню, ранее он возглавлял Министерство по управлению госимуществом. Второе назначение касается вновь созданного комитета по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Теперь его возглавил Джапарбек Шамхалов. До этого он руководил комитетом Народного собрания по аграрной политике. И уже сегодня первый вице-премьер Рамазан Алиев официально представил коллективу ведомства Джапарбека Шамхалова. Рамазан Алиев отметил, что новый руководитель – опытный государственный деятель, который знаком со спецификой работы комитета. В ответном слове Джапарбек Шамхалов в первую очередь поблагодарил главу республики за оказанное доверие и выразил готовность к работе.